Итак, как же все-таки происходит в духовном э, мире? Э, как я уже сказал, примерно это э, мы, мы не можем видеть точно, мы примерно видим, как это все происходит. Э, и, как я уже сказал на прошлом уроке, что дьявол ослепляет умы когда мы видим человека, ну, скажем, безумного человека, что происходит? Его умом кто-то завладел. Ты скажешь, есть это в Библии? Ну, есть это в Библии. Давайте откроем римлянам первую главу, 1.20. Я буду читать. «Ибо невидимая его вечная сила его, и божество от создания мира» Через рассматривание творений видимы, так что они безответны. То есть здесь немножко говорится о евангелизации, как можно евангелизировать. Все, что сотворено вокруг нас, оно достаточно прекрасно, да? И э, это не может произойти, скажем, без автора, да? Но э, 21 стих но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобному тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То есть, смотрите, здесь говорится о людях, которые э, вместо Бога славы начали поклоняться э, птицам, присмыкаются, ну, в общем, поклоняться не Творцу, а творению. Вы понимаете, что все люди, они, в принципе, имеют в себе желание поклониться, но что-то, скажем, сделать для себя центром жизни, да? центр, вот кто-то любит там какую-то ну, вот, запись, какую-то там, какой-то пластинки, и для него это центр жизни. Или кто-то любит свою машину, он там бредит, он, для него это как икона, короче, которая может ездить. Ну, разные у людей глюки, но вот они, скажем, они заменили Бога чем-то. Дальше написано 24 стих то и предал их Бог, похотя сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили творению вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому и предал их Бог по стыдным страстям женщины, их заменили естественное употребление. Противоестественные, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам, получая сами в себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство и так далее. Смотрите, по сути, здесь, как что происходит в духовном мире, по сути, дьявол входит в человеческий разум и э, извращает его ум. Предал их Бог, и э, чтобы Бог тебя не предал, нужно его не предать. Аминь. Когда мы водное крещение с Богом заключаем, что это означает? Означает, что э, мы э, Божьи люди. Мы э, говорим, Господи, я тебя не предам, я обещаю тебе служить чистой совестью и так далее. И все, тогда Бог тебя не предаст. И Библия говорит, они не, не имели, не заботились иметь Бога в разуме. От кого зависит ответственность или забота иметь Бога в разуме? От нас, аминь. То есть не Бог будет тебе впихивать свое слово и с тобой, с тобой стоять над тобой вот с Библией, нет, ты сам должен заботиться, как покушать, как покушать, брать Библию. И это не просто временно, это на всю твою жизнь. Зачем? Чтобы мозги остались нормальные со мной себе просто чтобы вот такое примерно с мозгами не случилось, но это не, ну, как бы не, не, не означает, что <laughs> здесь уже такой крайний грех, да, апостол Павел говорит, но в любом случае люди, понимаете, отступники, они грешат, там, ну, как я всегда говорю, там свои тараканы, да, у них, то есть разновидности грехи, те грехи, которые у них были, грехи появляются, ну, развод, пьянство, наркотики, маты, ну все, безумие, безумие, вот, которое есть в этом мире. И когда мы видим, за этим, за этим стоит, стоят злые силы, злые духи, духи в разуме, и я, знаете, честно говоря, я я боюсь этого в, в правильном смысле этого слова боюсь. Я не хочу, чтобы кто-то во мне поселился. Аллилуйя, Аминь. Я не хочу, чтобы кто-то во мне поселился. Но Бог говорит, я, если человек будет поклоняться творению, то знай, что за этим кто-то поселится и человеческий мозг будет извращен демонами и бесами. Аминь. Поэтому, аллилуйя, за свободу. Как получить свободу? Как получить, ну, если человек понял, что есть у него проблемы в разуме, есть, есть несвобода какая-то. Дьявол, понимаете, он хочет взять волю человека, но в то же время человек, он тоже ну, скажем, активен со своей стороны, и даже в молитве «Отче наш» там написано «Да будет воля твоя», да? Это вот, скажем, молитва «Отче наш», она такая центральная, знаете, ключевая, знаете, как сердце, не знаю, как сердце Библии. Знаешь, молитва «Отче наш», «Нагорную проповедь» — это, это я, я так называю это сердце Библии, знаете, «Нагорная проповедь Иисуса Христа». и вылетела мысль. И а, как а, получить свободу? А, путем том, что мы берем свою волю. Если ты понимаешь, нужно читать Библию, ты читаешь Библию. Если ты понимаешь, что надо идти на собрание, но ты не хочешь. И ты собираешь свою волю, и ты идешь на собрание. Или идешь в общении с братьями и сестрами. То есть ты какие-то вещи не хочешь, знаете, ну как бы ты заставляешь себе какие-то вещи делать. Аминь. Собираешь ну, путем, путем воли, волевым таким решением. Первое это прощение. Для свободы нужно прощение грехов, да? Чтобы дьявол, он не имел власти как бы над человеком. И когда Господь прощает, следующее такое волевое решение, да? И человек перестает грешить помните иисус сказал женщине она была взята в прелюбодеянии что он ей сказал иди и что и больше не греши что это такое это волевое решение иди и больше не греши я тебя прощаю то есть она по сути как бы видно что она покаялась но э, другой момент иди и больше не греши каким волевым решением она, возможно, привыкла грешить, но э, путем воли э, дьявол тоже, кстати, вот так уходит. Знаете, я хочу такой пример вам привести, чтобы вы ну, как бы запомнили э, его. Знаете, грех как собака. Ты собаку перестань кормить, и она сдохнет. Или бес сам иногда выходит... Из человека, потому что человек просто перестает э, это делать. И он как бы становится бесполезным и э, бесы иногда просто выходит путем, то, что просто человек э, сказал: Я не буду это делать, все, ну как бы я, э, принимаю решение с помощью Господа, я прощен Господом, э, перестаешь кормить собаку, собака, собака вздыхает. Если подкармливаешь собаку греха, собака живет. Аминь. Какую собаку будешь кормить? Я по-другому скажу. Есть добрая собака такая. Добрая собака – это твой дух, твой духовный человек. Вот его надо, Библия, кормить много. Обильно написано в Писании. Обильно корми эту собаку. Она добрая такая, белая собака, да, мы ее назовем. А есть черная собака. Вот ее надо изнурить, да. Каким образом? Библия говорит, страдающий плотью перестает грешить. О, я не хочу страдать плотью. А если другие какие-то варианты, других вариантов нема. Страда, страдающий плотью, друзья мои, страдающий плотью перестает грешить. То есть у нас есть греховная плоть, которая хочет, скажем, противную духу. Она, она противится нашему духу, а дух хочет то, что противно плоти. Но когда мы поступаем по духу, плотской умирает. И когда мы привыкаем жить таким образом, нам становится легко побеждать свою плоть. И если добавлять к этому еще пост, то вообще будет легко жить. Аминь. Почему грешнику неудобно чувствует себя в церкви среди христиан? Потому что он чувствует, ну он, потому что он, ну грязный, потому что в духовном мире там ну, у него уже какие-то бесы э, зацепились и влияет на, на него. И им, знаете как? Человек, который имеет бесов, он на уровне даже чувств, он как бы с ними одно. Да? И когда человек заходит в церковь Божью, и люди Божьи все говорят, Аллилуйя, Там человек чувствует то, что чувствуют эти бесы, и бесы чувствуют, что им это не нравится. И что они хотят, они начинают давить на человека, чтобы выдавить его из церкви. Любыми, любыми моментами, люб, как любая отмазка подойдет, да, если кто-то еще тем более плохо что-то сделает, ну, кто-то не поздоровается, да, это будет, э, бесы как бы они прям ищут преткновение, чтобы приткнуться о, о ком-то, найти, скажем, причину, да, человек же мож, ну, не может без причины уйти, да, и он прям ищет причину. Знаешь, и, 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 а причину, если искать, обязательно найдешь. Рано или поздно точно найдешь. Вот почему э, я перестал в какой-то мере напрягаться, когда иногда люди уходят из церкви, и э, я, я, я все, я уже ухожу, вы там неправильные. И я в какой-то мере понимаю, что это не первый его грех. Это где-то он уже согрешил, где-то его уже дьявол зацепил, а то, что... Это вот уже в церкви произошло, и, скажем, предательство, да, когда человек уходит из церкви, от Бога уходит. Происходит, по сути, предательство, это уже второй грех, это уже как бы не первый, еще раз говорю, второй грех. Ну, как с Иудой, да. Иуда втихушку грешил. А потом, когда он уже ушел от общества, да, христова уже э, от, отрекся, э, сделал отречение, это уже не, это не был первым грехом, это уже был второй грех. Часто, когда люди уже отступают от Бога, от Церкви, э, я не смотрю на это как на первый грех. Вот что-то произошло, произошло где-то там вне Церкви, что-то он там уже сделал или она. Что-то там уже происходило, а в церкви это просто проявилось. И человек на кого-то обиделся, как-то не так понял пастора, как-то что-то не то сказали ему, это уже второй грех. Потому что где-то его уже дьявол там поймал. Конечно же, к человеку, которому нужно свобода, ему нужно понять, что церковь, что это такое? Церковь это больница. Это духовная больница. Некоторые людей так дьявол обманывает. Я исцелюсь, потом пойду в церковь. А то, что, ну, чтобы быть там, как бы говорится, красивым. Нет. Ты идешь некрасивым в церковь, и, возможно, да, тебя, ты будешь чувствовать, что ты другое, что ты где-то грязный. Но именно в церкви происходит прощение, очищение и так далее. То есть вопрос, с каким мотивом ты приходишь в церковь. Если человек приходит в церковь с таким настроением, ну что, ну давайте там удивите Бог, давай удиви меня, церковь удивите меня, то есть когда мотив уже неправилен, уже человек долго не продержится. Но когда человек приходит в церковь понимая, что у него есть проблемы с грехами и так далее, его его мотивы другие, его мотивы раскаяния, конечно, Господь он является врачом для этого человека. Хочу такую еще вещь сказать, что когда ты уверовал, конечно, что происходит? Дьявол будет все равно наблюдать за тобой. Какой-то бес будет ходить за тобой. И чем больше ты будешь в служении, чем, чем больше, скажем, влиятельный, влиятельный бес будет поставлен над тобой. Чтобы он, ну, чтобы тебя, как я вчера уже говорил, делать неэффективным. Да? Неэффективным. Еще раз повторю эту мысль. Когда человек кается, дьявол пытается остановить человека от покаяния. Но если первый шаг ну, не получилось у него, он делает второй шаг. Это такой до конца, э, я думаю, до конца жизни. Он, э, Дьявол э, хочет, чтобы христианин он был, но он был неэффективным. Жил для себя, жил своей жизнью. Иногда ходил в церковь. Конечно, лучше, б, чтобы вообще не ходил. Ну раз ладно он ходит, тогда сиди дома, пей чай и никому не проповедуй. И не влияй никак, не, чтобы вера была, ну, чтобы, скажем, мертва такая, знаете, как вера не вера, знаешь, вера только в спасение. Некоторых интересует только вера, что я спасен, все. Я спасен, а там хай каждый себе думает. Вот, к сожалению, у многих такая вера. Но э, Господь призывает нас принести много плода. И, и верю, что должна была быть ревность внутри нас, чтобы э, мы, уходя на небо, шли к Господу с, с добрыми делами, с, с, со служением, которое мы несли для Господа, знаете, как... Библия говорит, мы идем к Господу, а дела идут за нами. Да? То есть все дела, которые мы сделали добрые, они идут за нами. И я бы хотел, скажем, ну так очень скромно, я бы хотел иметь хорошую награду на небесах. Поэтому в своей жизни я сказал, я посвящаю Господу свою жизнь. Я не говорю, что я прям там мега там что-то сделал, но по мере сил я стараюсь, я делаю. Если я падаю, я встаю, если я второй раз падаю, я опять встаю. Я посвященный Богу человек. Однажды я Богу сказал, ну, Богу и внутри себя себе сказал, знаешь, самое великое дело договориться с самим собой. Я воскресенье собрания не пропускаю. И вот за все мои годы, если я где-то не в командировках, там, я в воскресенье всегда на собрании. Это мое решение, за мной никто, никто не наблюдает. Я ну, как бы человек, ну скажем, взрослый, и, и я себе сказал, я всю жизнь на собрании. Скажешь. А всегда за твои там 26 лет было тебе хорошо? Не всегда. Было желание, что и дьявол атаковал меня, и трудности, и где-то какие-то испытания были. Но во всех, во всех этих моментах я все равно собирался в воскресенье, одевался и шел в церковь. Это мое решение, и я бы хотел, чтобы ты тоже, ты тоже принимал такие правильные решения. Аминь. Я их называю твердыни. Твердыни. То есть твердыни, и Библия говорит о твердынях. Твердыни бывают, скажем, негативные твердыни, да? твердыни в разумах людей, которые останавливают людей от того, чтобы они пришли к Богу. Но есть твердыни, положительные твердыни. Да? Ну, то есть там умываться, да, утром, это хорошая твердыня, yes. <laughs> понимаешь, и то же самое, твердыня, скажем, прощать, да, вот просто, чтобы не сделали против тебя, ты имеешь прощение, это называется твердое решение, твердыня, вот еще должна быть из твердынь человека ходить всегда в воскресенье в церковь, я знаю, что погода иногда плохая бывает, ветер, буран, гололед, что угодно, но воскресенье человек по заповеди Божьей должен быть в церкви. Аминь. Бесы будут наблюдать за тобой, как я уже вчера говорил, они не знают твои мысли, но они будут следить за тобой, они будут ходить за тобой, смотреть, особенно если ты будешь там где-то ходить уже благовествовать, влиять на людей. После тебя, вот допустим, ты людям проповедовал, и э, тут же бесу нужно как бы украсть семя, да? Он будет и дьявол попытается украсть семя. Там, где ты уже посеял Слово Божие, давать сомнения. То есть бесы э, иногда ходят за тобой, смотрят, что ты делаешь, наблюдают за тобой. Ты под наблюдением. Аллилуйя. Знаете, как э, я сюда ехал сегодня и думал, интересно, вот христиане, если так смотреть на церковь, христиане порой живут такой жизнью, как будто вообще нет дьявола. Они думают о чем угодно, они думают о работе, о работах, о деньгах, о, о проблемах. Они вот просыпаются, о Боге подумают, Библию почитают и так далее. Но в дьявол в их, э, как будто его нет. Ну, знаешь, в их, в их планах или в их, э, в их понимании нету врага, понимаете? И это опасно. Опасно, почему? Потому что в книге Откровений Божье слово говорит: "Горе жителям земли", потому что дьявол пришел на землю. То есть горе. Бог сам говорит, ребят, вам горе. То есть откуда коронавирус от Бога что ли? Вы понимаете, понимаете, сколько зла он, сколько беды он принес? Но люди, люди, они как бы думают, что его нет, но он, он есть. Его не видно, но он проявляется. Почему люди всегда вот на заборах ты идешь, да, на заборе, на доме кто-то раз беса нарисует? Ну откуда это взялось? Ну откуда это взялось? Даже отсюда приходит. На месте, где мы на Деребасовской собирались, у нас один брат хорошо рисовал, и он нарисовал Иисуса. Там детское служение было. И он рисовал Иисуса Христа, знаете, такой, ну, с бородой, с такой, с такими длинными волосами. Все. И мы оставили это место, но на стенке Иисус был нарисован. Мы ушли оттуда, там, помещение. Туда пришли какие-то музыканты. Ну, я знаю, так пришли музыканты. Знаешь, что они? Одно из первых, что сделали, не стали убирать Иисуса, дорисовали рога, дорисовали рога под дьявола сделали. Откуда это взялось? Откуда? Отсюда? Почему дьявол здесь живет? И они как бы, как я уже говорил, бесам нравятся бесы. Для бесов внутри нравится, когда бесы висят на стенке. Ну, образно хотя бы, да? Они висят на стенке, бесам всегда будут нравиться бесы. Христианам нравится церковь, аллилуйя. И пастор. Вот. они бесы будут искушать, поэтому как бы ты всегда должен, вот смотришь на человека, да, ты ну как бы ты должен видеть сатану. Ну давайте библейский пример. Подходит Петр, а Иисус перед этим говорит, все, я умру за грехи людей, я пойду на крест. И Петр подходит к нему и говорит, слушай, ну, Иисус, давай не будем, а? Ну, что это такое, смерть там? У нас так дела идут хорошо, знаешь. Это как-то вообще, ну, ну, не в планах, знаешь. И Иисус не, как будто бы не разговаривает с Петром, он с сатаной разговаривает. Он говорит, отойди от меня, сатана. Вы понимаете, что вот стоит апостол, более того такой, один из ключевых, да, апостол, да, в который стал пастором первой церкви, но Иисус как бы сквозь человеку за ним увидел сатану. Не всегда за ним был сатана, друзья мои. Не всегда за Петром был сатана. Но в тот момент был сатана. Я анализирую жизнь. И, и э, оглядываясь назад, знаете, я вижу одну вещь, что надо быть послушным родителям. Друзья мои, вот знаете, родителям нужно быть послушным. Даже когда я был неверующий, даже когда родители были мои неверующие, они мне говорили, скажем, 80% правильно. Я потом, ну, как бы, пожалел, что, ну, и я, ну, как бы, я не слышал, слышал, но не слышал родителей. Потому что чем плохо ты их будешь слышать или понимать, или быть послушным родителям, тем больше у тебя будет проблем. В то же время было время, когда дьявол говорил через моих родителей. Когда я пришел в такую церковь, им это не сильно понравилось. Хотя они видели, что я перестал грешить. Но меня удивляло, что, что у них было много вопросов. И я понял, что, что нужно вот фильтровать или видеть, когда через моих родителей говорит Бог, или опыт, да, опыт, житейский опыт, или дьявол. И Слава Богу, что 80-90% Бог говорит через моих родителей. Если я, скажем, не, не слушаю родителей, не почитаю, потому что если ты не послушан родителям, ты не почитаешь их, да, то у тебя будет просто проблема. Аминь. -а 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 -а. а -а 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 Скажешь, ну, ну, а в чем ты не был послушен родителям? Когда мы женились, родители, родители сказали: купите квартиру, пока недорого. Ну я же умный, а зачем мне быть послушным родителям? Вот, вот знаете, всегда проблема. А тут, тут не надо быть Умным или неумным. Вопрос в опытности. Если кто-то прожил на Земле больше, чем ты, у него просто больше опыта, да? И потом квартиры стоили 800 долларов или 1000 долларов, и за один день они стоили, начали стоить 70 тысяч долларов. И все. Мы, мы не смогли купить свое жилье, и где-то уже больше 100 тысяч долларов я живу на квартирах, я отдал непонятно каким людям. 100 тысяч долларов минимум я отдал за квартиру. Каждый месяц даю. Аллилуйя. Библия говорит, будьте внимательны к слышанию. К слышанию. Значит, просто не был внимательным. Один стих из Библии стоит больше 100 тысяч долларов. Один стих. Все. Поэтому я, я, специально однажды сел и анализировал, я вспоминал своих родителей и что они мне говорили. Я начал вспоминать, даже когда я был мирской, учился в музыкальном училище, я видел, как, насколько родители, насколько они правильно мне все советовали. Просто правильно. Там дружок у меня был ужас просто, у, просто ужасный извиняюсь, просто тупой. Я когда после библейской школы его встретил, я с ним поговорил ровно две минуты, и я, я смотрел на него и думал, как я мог с ним дружить. И сколько раз мои родители говорили с этим, ну не надо дружить, какой он тебе друг. Родители, это так хорошо. Аллилуйя. Вы со мной сегодня? Это просто опытность. И в то же время иногда через родителей. Когда э, Бог захотел, чтобы я переехал из своего родного города э, в Алмату, то есть я со стороны в Алмату, 1200 километров, те же родители говорят, Олег, это неправильное решение. Вот тебе церковь, вот тебе работа в э, государственном оркестре, там все музыкант, да? Все есть, что тебе еще надо. Логика говорит да, но дух говорит езжай. И я поехал все-таки. я сделал правильно. Я чувствовал, что в данный момент не Бог говорит через а, родителей. А, Библия говорит. А, мы поро, люди думают, как, знаешь, о том, что человеческое, знаете, есть дьявол, он он говорит, будь как все, вот по-человечески, вот и даже мы такую фразу говорим, поступать по-человечески. Но когда мы живем с Богом, мы порой, Библия говорит, мы должны поступать, чтобы мудро поступать, мы должны поступать безумно Христа ради. То есть ты делаешь вещи какие-то безумные, не, ненормальные, потому что Бог может повести тебя особенным образом, когда ты вроде как бы в глазах других людей, это безумно, Но в моем тоже случае так логически, конечно, я живу с папой, с мамой. Вот вот моя комната. Вот тебе центр, я в центре города. Вот тебе зарплата, там обещают и, ну, много чего обещают. Знаешь, все хорошо. Церковь через дорогу. Наших церковь, вот нашего направления. Ну, то есть филиал церкви. Хорошая церковь, там 200 человек в церкви. Все служение там. Могут. Ну, логика говорится так, но Дух говорит, езжай. Через говорение, кстати, на иных языках. Знаете, как я молился, Господи, в библейской школе учиться или нет? И молился на языках. Там была конференция. Я молился на языках. И, и пастор выходил, говорит, «У, приезжай учиться на пасторский курс. Там второй, второй год пасторский курс, я не знал, учиться не учиться и я молился на языках и вот большая конференция тысячи людей и я молюсь на языках ларама ларама да 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 и мой мозг говорит ух ты что я говорю и у меня да 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 то есть из из черева потекли реки воды живой и слово да пришло Поэтому если кто то мне говорит иные языки, это у вас там это, я говорю: ша. Это благословило мою жизнь. Я поехал на пасторский курс, я остался служить в Алмате, я встретил свою жену в Алмате, я родил там двоих детей, Моисея и Яна родил в Алмате, и и так далее. Много-много благословений приходит от иных языков. Аминь.